Время проходящей жизни – часы и минуты – самый главный актив каждого человека. Он главнее денег, автомобилей. Материальных активов, скорее всего, вы наработаете больше, чем сможете использовать за жизнь. И когда умрете, крутой автомобиль и куча дорогой электроники превратится в морально устаревший, никому не нужный хлам. Любые ресурсы, нехватка которых ощущается, например, в данный момент, пополняем. А вот испорченные, бракованные дни жизни не вернуть и не исправить. Испортить части уходящего навсегда времени жизни можно, например, плохим настроением, гневом, обидой, ссорой, раздражением, муками совести, страданиями из-за нереализованных желаний и потребностей. Портить свое время в 3 раза невыгоднее, чем не портить его. Доказываю, наша жизнь течет в 3 состояниях. Прошлое, будущее, настоящее. То, что мы делаем сегодня и сейчас, через секунду оказывается в прошлом и дает настрой на будущее. То есть я злой и раздраженный прямо сейчас, в будущем я, скорее всего, буду тоже злым и раздраженным и буду вспоминать то, как я был злым и раздраженным в прошлом. Ну и наоборот, если я сейчас на позитиве, то и в будущем я буду на позитиве и вспоминать буду, как в прошлом я тоже был на позитиве. То, что и как мы делаем прямо сейчас, оказывает влияние и на прошлое, и на будущее. Воспоминания о хорошо проведенном времени – отличный актив. Эмоциональный фон должен быть хорошим, несмотря на остальные факторы нашей жизни, которые нам кажутся важными прямо сейчас, из-за которых мы так легко соглашаемся портить и делать бракованным время нашей проживаемой жизни. Маленькая квартира, недорогая машина или ее отсутствие, мелкие бриллианты, не подо что брать кредит на iPhone. И так далее. Главное – стараться изо всех сил по пустякам и мелочам, по ерунде и глупости, не портить свой ценнейший ресурс, проживаемое прямо сейчас время. Другого такого времени у вас уже никогда не будет. Это относится к каждой минуте, каждой секунде, которая улетает от вас прямо сейчас. Пока все. Следите, подписывайтесь, вступайте, добавляйтесь, и будет вам счастье в прямом смысле.